egrul.nalog.ru – единый государственный реестр юридических лиц. Это открытая, доступная всем база компаний Федеральной налоговой службы Российской Федерации. На этом сервисе вы сможете бесплатно найти в форме электронного документа официальные данные о директорах и владельцах фирм, зарегистрированных в российской юрисдикции. Искать в базе можно по названию компании. Для примера возьмем фирму Александра Дадона, брата президента Молдовы Игоря Дадона. Из новостей мы узнали, что российская фирма Александра Дадона называется Archplay Development. Но чтобы получить в eGRUL больше данных о компании, необходимо узнать идентификационный номер налогоплательщика фирмы, кратко ИНН. Его можно найти в открытом реестре, в Гугле, задав в поиске название компании Archplay Development. Важно, в России с одинаковым названием могут регистрироваться сотни компаний, потому стоит искать именно ту фирму, которая может быть связана с интересующим нас человеком. Итак, вводим в поисковик Archplay Development ИНН Дадон. Вот она. Теперь из результата поиска копируем идентификационный номер налогоплательщика. Заходим на egrul.nalog.ru. Вставляем в поле поисковый запрос скопированный ИНН компании. Нажимаем кнопку «Найти». Ниже в результатах поиска появляется нужная нам компания. Нажимаем на ее название, скачиваем на компьютер файл с выпиской с актуальными данными о фирме Александра Дадона. В этом электронном документе есть вся официальная информация от даты регистрации, адреса и уставного капитала фирмы до сведений о совладельцах и администраторе. Также можно найти данные об основном виде деятельности фирмы. У компании Александра Дадона заявлено консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. А среди дополнительных видов деятельности российской компании значатся различные операции с недвижимостью. Кстати, соучредителем, то есть бизнес-партнером брата президента Молдовы, значится Чайка Игорь Юрьевич, сын бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки. Больше официальных данных о российских бизнес-партнерах, политиков вашей страны вы сможете поискать самостоятельно на платформе egrul.nalog.ru. Попробуйте найти прямо сейчас.